Привет всем, меня зовут Настя. Сегодня видео будет в таком формате. Я покажу вам свои покупки, покупки Сережи, которые я сделала вчера. И, конечно же, так мне будет удобнее вам их показать. Выложила одну часть сережек, которые я купила первыми. У нас на вокзале есть магазин бижутерии, который называется Six. Вот, и вот такой вот мне купон дали для следующих покупок в феврале. Вот, и я увидела, что сейчас проходит акция 70-90% скидок. Хотя там написано было только 50, но в итоге, если посчитать, выходит очень большая скидка. Я люблю длинные сережки, необычные, оригинальные тоже люблю. И вот я взяла вот такие вот. Они стоили 3 евро. Тоже сережки-кисточки, одновременно кольца, в общем, что-то такое оригинальное. Изначально их цена была 10 евро. Опять же, я не знаю, продолжает ли мода на кисточки быть актуальной, на сережки-кисточки, но мне они понравились. Это вот такие вот интересные сережки в виде кисточек из бисера. Здесь у нас, значит, золото. И такие, ну, черные бисеринки, белые, какие-то даже блестящие вот тут на кончиках. К сожалению, камера передает не очень ярко цвета. На самом деле сережки более яркие. Затем я приобрела вот такие вот необычные сережечки. Они блестят, блестят за счет вот такой вот хромированной поверхности, как, знаете, золотистой, да? Тоже какие-то бусинки здесь, значит, у нас. Необычные сережечки, 3 евро я за них отдала, и стоили они тоже 10. Эти, по-моему, тоже. А эти вообще у нас 13 стоили. И не знаю, кто покупает такую дорогую бижутерию, но за бижутерию мне жалко отдавать, например, 13 евро, а 3 это уже другой разговор. Затем я взяла маленькие сережки с необычной застежкой. Вот такие вот с кристалликами. Немножко тут тоже какие-то бусинки, как будто жемчуг. Тоже 3 евро, а стоили они 7. Да, стоили они 7. Вот такие вот маленькие с такой же интересной застежечкой. Вот под золото, чтобы можно было надевать золотыми украшениями. Серьги я очень люблю из бижутерии, но если дело касается, вот, например, кольцо или цепочка, которые, если это бижутерия, они мгновенно ржавеют, это мне не очень нравится. А вот серьги с удовольствием ношу. Вот такие вот сережечки с камешками, которые, знаете, когда вечером свет, то они переливаются таким сине-зеленым цветом. Тоже вот такие вот серьги. Сейчас покажу вам вторую часть, которую я купила, когда поехала снова вечером в тот же магазин, но взяла немножко еще побольше денег. Так, это вторая часть сережек, что я купила. Эти сережки стоили 1 евро. Честно признаю, взяла их только поэтому, но ведь если рассмотреть, то они сами по себе тоже ничего, правда? Стоили они 4,95, ну 5 евро, да, для меня это. 1 евро. Потом взяла вот такие вот классные серьги в стиле барокко. Я не очень люблю вот такую застежку сзади, заклепку такую, да, как серьги-гвоздики. Но сами сережки мне очень понравились. Здесь не только портрет женщины в таком романтическом средневековом стиле, но и ангелочек еще здесь у нас, какая-то жемчужинка. Ну, интересные, оригинальные сережечки. 3 евро. Почти все серьги стоят здесь 3 евро. Так, эти тоже вот такие вот длинненькие, с камешком, как будто бирюза. Вот, они подходят для девушек с круглыми лицами или такими, знаете, округлыми, овальными. Они зрительно вытягивают лицо, делают его более длинным. Вот. Но эти стоили 8, эти тоже, по-моему, стоили 8 до этого, а нет, эти стоили 9, так тоже цена им 3 евро, вот так лучше
можно рассмотреть. Здесь что-то вроде, как, знаете, кусочек деревяшки такого фиолетово-бордового оттенка, да. Эти серьги уже под золото, тоже удлиненные. Вот такие вот сережки с камешками. Опять же, при вечернем свете они блестят. Такой темно-синий камень. Это не черный камешек, как он как-то сейчас выглядит, а темно-грязно-синий. Вот, будет правильнее описать. И они блестят. Такие немножко в восточном стиле. Они стоили 9 изначально. Что-то я их все неправильно показываю. Вот. Потом вот такие вот сережечки с такими, знаете, кубиками, гранулами. Вот, тоненькие, длинные, 3 евро. И изначальная цена 8. Изначальная цена этих сережек просто какой-то кошмар. Давайте посмотрим вместе. 15 евро. Я никогда в жизни не отдала бы за серьги 15 евро. Но за 3 я купила их. Они, опять же, сейчас выглядят не так презентабельно, как они могут выглядеть при вечернем свете. При вечернем свете они играют яркими красками и смотрятся более интересно. И последняя пара, которую я приобрела, это сережки-кисти. Они просто огромные. Вот такие вот. Я даже не знаю, к какому стилю можно отнести эти серьги. Но знаю, что они интересные, оригинальные. Видите, вот это как действительно материал, как будто кисточки на занавеске. Вот какая бывает мода. Эти серьги стоили тоже 15 евро. За 15 я тоже бы их в жизни не купила. Но за 3 я их взяла. Вот, и все. В общем, я приобрела 14 пар сережек. И за эти 14 пар я отдала 38 евро вместе. Ну вот и все, что я хотела вам показать. Покупки сережек. Надеюсь, вам было интересно. Надеюсь, встретимся с вами в следующем видео. Пока!